Качество украинских продуктов будут проверять по новым стандартам. Соответствующий закон вступил в силу сегодня. Его авторы уверяли, теперь инспектировать предпринимателей будут почти как в ЕС, поскольку в разработке документа принимали участие специалисты из Еврокомиссии. Так ли это, проверила наш европейский СОПКОР Елена Абрамович. Одна жалоба от потребителя, и госслужба по безопасности продуктов отныне имеет право прибыть на предприятие с инспекцией без предупреждения. А чтобы исключить взяточничество, новый закон позволяет снимать проверку на видео как инспекторам, так и владельцам. Спонтанный контроль – дело привычное и в ЕС. И чем больше степень риска предприятия, тем чаще проверки. Задача власти – мониторить, в правовом ли поле работают компании, и если есть необходимость, обеспечивать соблюдение правил. За нарушение стандартов предусмотрены штрафы. В Украине до 70 тысяч гривен. В ЕС они зависят как от внутренних законов государств, так и от общеевропейских. Евросоюз ввел целую систему законов, контроля, инспекции и стимуляции, чтобы убедиться, что весь путь, начиная от фермы и заканчивая попаданием продукта на тарелку, соответствует стандартам. Если же проверка показывает, что стандарты не соблюдены и есть угроза для жизни и здоровья человека, инспектор имеет право остановить работу предприятия на 10 дней, гласит новый украинский закон. Это обычная практика и для Евросоюза. Например, прошлым летом инспекция обнаружила в куриных яйцах фипронил – средство от блох. Как результат, на период расследования закрыли несколько ферм в Бельгии и Нидерландах, а из магазинов этих и соседних стран изъяли и уничтожили миллионы яиц. Елена Абрамович, Вадим Свиридонов, подробности. Европейское бюро телеканала «Интер».